связи с карантином необходимо соблюдать все правила безопасности и находиться дома, отказавшись на время от внешних контактов с людьми. Чтобы сохранить здоровье тех, кто старше нас, и обеспечить комфортные условия самоизоляции, расскажите им об онлайн-операции и научите их чему-то новому. Расскажите своим родителям, бабушкам и дедушкам, что онлайн-платежи – это легко, безопасно и быстро. Это поможет вашим близким провести карантин полезно и безопасно.